Здравствуйте, друзья! Рад приветствовать на канале. Вот и наступила очередная пятница. И двигаем мы из Москвы подальше. В планы входит заехать в Переславль-Залесский, оттуда двигать Дашу к себе в Ярославль. Времени у нас особо тоже не будет на этих выходных покопать. Я думаю, куда-нибудь да выберемся там на несколько часов. Еще пока не придумали куда. Возможно, на те же поля, на наши. Кстати говоря, к подписчикам относятся, которые говорят, что мы по засеву ходим. Там что-то засеяли вначале. Мы когда первый раз туда приехали посмотреть, встретили агронома местного на тракторе. Он сказал, копать собрались. Я говорю, ну так, смотрим. Он говорит, копайте, только ямки закапывайте. Я говорю, а что посадки? Он это все замыло. Дождями там болотина, там ничего не вышло. И то это как бы посадки были такие, кормовые, горох с овсом в перемешку. Поэтому для особо въедливых товарищей разрешение у нас есть. Да мы особо там и не копаем сами посевок. Ну, по лужам, да по дорожкам, по тракторным бродим, ходим. Ждем, пока скосит окончательно, что там осталось. Если, конечно, скосит, я не уверен. Ну, кабаны там, конечно, все перерыли. Это дороги московские. Чудесные. Ладно, по мере возможности буду включаться. Интересности. Пока, до свидания. Вот вся Москва вот так перекопана. Вся. Просто вся. Везде. И в центре, и в спальных районах. В центре особо, там все садовое, и все бульварное. Везде укладывается плитка. Везде. Ливневок не делают, ничего не делают. Видели, наверное, в новостях, тут недели две, что ли, назад гроза была. Новый Арбат затопило. Ну это же куда вообще годится-то? Лишь бы бабки по карманам распихивали. То есть не проехать, людям не пройти. Вообще кошмар. Вот так вот кругом. Вот такие дела. Так, ребят, ну доехали мы до любимого поля. Оно подсохло. Оно подсохло, вот проплешины. Для тех, кто говорил, что мы по посадкам долбим. Вот где здесь посадки, хоть одна. Вон там какие-то есть, но там мы не ходим. Да здесь агроном сказал, копайте где хотите. Коров только что пригоняли сюда, вот на то поле там коров. Жалко, лужи все высохли, монеты не пили. Ладно, сигнал у нас первый. Сейчас посмотрим. Копейка. Чья? Вот чья не очень хорошо видно. Либо Николай II, либо Александр III. Ну, года не видно. Николай II, 901. Так, здесь дают Николашек? Ну, его летают иногда. Полушка. Она и она. В общем, так хорошо видно-то. Ну, она какая. Да. Вот. А вот год. Ну, как не очень. Ну, она.
Ну да. Какой-то первый, 31-й. Вот иногда вот так можно без металлоискателя монет собирать. Нет, ну на сигнал-то не сразу. Ну все равно, вот лежит что-то. Вставай. Александр? Николай, не знаю. Павел. Павел. Вот так вот у нас тут полухи лежат. Да, Павел. Вверху. Николай первый, наверное, сейчас. Ну, больно для Павла Кудрева. Ну, он, по-моему, кручил, когда вернулся. Сигнал. Совет. 30 какого-то года. 30-го, что ли, не вижу. 32-го. Ну, да, все равно. Весы опять поднялись. Да, 32-го года. Я сегодня вечером буду плести корону Шмурдельера, походу. Что-то у меня вообще не идет. Одна хрень. А. Не, Шмурдельер из меня сегодня не получится. Одна деньга, где там, Света, одна деньга, Павел Первый, 1798 год. Она где фокус-то? Ребят, я на этих полях вообще, конечно. Мне здесь Павел только сыпется. И Петры иногда. Ну, здесь лис я много нашел на скате. Одна деньга, 98-й год, такая же точно. Где здесь свет-то? Сигнальчик. В самый угол забрались, он почти что. Блин, где? О, полушечка. 25-й год. Хорошо. Обратно пойдем вон по той полочке. Дошли до конца поля. Тенечек. Решили посидеть, отдохнуть, водички попить. И пойдем вот туда, в ту сторону, тоже близко к деревьям. Где это так называемая наша Петровская дорога. Там посмотрим. Находки есть. Не частые, но есть. Но мы по траве по высокой не ходим здесь все-таки. Потом, наверное, все-таки когда-нибудь скосит, а может и не скосит. Может вообще перепахают. Ну, может перепахают. С такими болотинами. Извиняюсь за сигареты. Ладно, включусь. Что интересное попадется, покажу. Я думаю, попадется. Кого-то нашли. Кого? Ух ты. А где он сидит? Спрятался. Да? Да. Ее же почти не видно. А ты кто? О, я знаю, кто это. Ну, это не птенец. Или птенец? Может, птенец. Он живой вообще? Да, мы видим.
ух ты. Нет, он живой. Живой? Да. Что ты живой? Шевелится. А, шевелится, да, притворился, что ли? Да. Вот. Эй, ты, ну ладно, ну сойди с места. Писай, он притворился мертвым. Ну ладно, пусть лежит, пусть. Подожди, он окольцован. Как окольцован? Мне кажется. Нет. А ты живой. Да ты живой. Оп! Ты кто? И да он побежал. Нет, что чибиса у Яси? Да, похоже, да. А что жмурем притворяется? Тык-тык-тык-тык-тык. Классно. Я чуть не наступила. Ну да, ныкаются они знатно. Ты кто? Да чибис, чибис, да, он хохолок. Молодой, наверное, шучу, не взлетай. Должен взлететь. Ладно, задыкался. Вот ходим вот по таким куртинкам, по лужам. Вот здесь сейчас, вот здесь посмотрим. Ну где вот нет растительности. Пожалуйста. Капустка. Блин, что-то не фокусируешься. Надо мыть, грязное. Идем по следам чибиса бегающего. Прикольно, я никогда так близко не видел. Интересная птичка. Когда ж целый-то уже вылетит? Опять, походу, кусочек на колпиончик. Видите, фигурочка. Только уже верхняя часть. Походи лето и собери на колпиончик. Когда ж целый-то попадется уже, а? Ладно, гуляем, ходим. Хорошо, вон какая тучка надвигается. Может, дождичек пойдет. Мертвые птицы живые. Че там? Да, похуй, деньга. Что здесь может быть нежданчик? Здесь все что угодно может быть. Тут вообще не видно, что это. Во, рить. Бэм. Что это про Е? Бегает, как живая. Птицы бегают, монеты бегают. Сейчас пойдем на другой форт зайдем. Давно не были. Отдохнула, блин, туча, хорошо. Сейчас это будет... к серебру. Сейчас кубку будет. Что это? Да больше, чем уверен, что это. Дай посмотрим. Ну, понятно, что это. Уж больно на это. Зелёно. Не уверен. Чё? Может, Петровская. Кружок какой-то, но это не копейка. Не знаю, будем отмачивать, смотреть. Тученька пришла. Воды нам принесла. Ага, душ приехал. Душ приехал. Сейчас будем. До машины километра полтора. Ладно. Сейчас уходим на поле, на другое. У меня вот сигнальчик. У меня дядя Паша, как всегда. 99-го года. Только это уже не деньга. Копейка, да, 99-го года. Блин, хороший у них сохран упал. По крайней мере, на этом поле. На этом поле, да. Медь сохраняется, отлично. И на Павловском. Остальное похоже. И что? Ой. Павел. Маленький. Оля, вот малюсенький. Что надо малюсенький? Полушка. Полушки на полушка. Ну да. На ребре стоит. И сверху. Это одна. Полушка. Полушка.
Я же говорю, Павлушки на Павлушка. Одна полушка. Идем по дороге. Идем. И бах. Деньга. Вот такая вот. Там 39-го года такой. Похоже. Травище. У старого вяза, вот у этого, если это вяз. А вот, походу, и была дорога. Вон она. Да, это пробка. Медная? Не знаю какая. Вообще железка. Вот она уходит. Вот там осенью вот надо походить. Вот остальная. Мы пока вот здесь бродим. Сигнал. Как видите. Опять красные они здесь, да? Угу. И запах болотный. И опять день, да? Опять день, да. Надо снимать. Какого хоть года? Потом... Какого-то 66-го. Нет. Интересно. Здесь какие-то оранжево-красные вылетают. Угу. Видите? Красиво. Облака потрясающие вообще. Да, дождь нас не... Обошел, как обычно. Трава. Вот это посадки так называемые. Только не... Ну, короче, горняет. Это... Овес? По грудь. Перемешку. С горохом и с сорняками. Нет. Так, ребят, темнело. Отчетик. Зеленый кружочек раз. А, оранжевый кружочек два. Все кружочек. Да, кружочек. Все кружочек. Еще кружочек. Еще кружочек. Может, дома вычислим. Да ладно, нет, сейчас здесь снимем. Там уже будем чистить. Да. Каминная. Без дырок? Да. Вот так сегодня походили. Почистим, будем в это видео добавлять, как всегда. Все, до скорых встреч. Стемнело у нас. Мы отправляемся домой.